Всем привет, друзья! У нас сегодня ветер пока что плюс 13, обещают до плюс 16. Продолжаются теплые деньки, кто-то собирает грибочки, а я вот орехи продолжаю собирать. Вот так они вот трескаются. Вот. И падают. Трещат по швам орешки. Дерево у меня очень большое. Ему больше 50 лет. Не знаю точно, сколько ему. Может, так лет 100 даже. Кто его знает. Но больше 50 это точно. Это мощный орех, который дает большой урожай. Вот. Я из кухни уже сделала склад по хранению и посушке ореха. Вот такое изобилие. Где-то через день собираю. А вот и бабочка. Вот она. А вот и пчелка бедная сидит. Видно, уже ей некомфортно полетела. Да, тяжело им, конечно. Тяжело такое время для них сейчас. Но они все-таки продолжают летать. Радоваться жизни, друзья. Всем хорошего настроения. У кого плохая погода, не унывайте, пожалуйста, не грустите. Посмотрите на эту бабочку. Посмотрите вокруг. Возможно, вы увидите что-то интересное, что-то прекрасное. Вот так она порхает, красотка. Вот так. Плюс 13. 4 или 5 ноября? 5 уже, да, наверное? Вот вторая прилетела. Красоточка. Вот так. Ой-ой-ой, она прямо... Ой, кружит, играет, играет. На камеру прям позирует малышка. Да, тяжелее летать, тем более такой ветер. Ой, вот так, друзья. Жизнь продолжается. Сейчас займусь делом. Я уже комнатные цветочки некоторые уже... Да в основном все я перенесла уже домой. Остался вот только вот сеткариазия. Наверное, я уже не буду ее забирать. У меня уже есть череночки дома. Вот это вот комнатное растение. Ой, не знаю, честно говоря. Заберу, конечно, да, заберу тебя. Только не плачь, пожалуйста. Так, ну это уличная роза такая. Бархатцы вовсю еще цветут. Я понасобирала цветочки. Очень хорошо. Они полезны очень. И зрение поддерживают, и так далее. Ну, конечно, надо и меньше в телефоне сидеть. Да, больше наслаждаться жизнью реальной. Вот. Вот так. Это люпинчик у меня. А вот это... Роза Дольче Вита все-таки надумала бутончик, вот так набила. Не знаю, успеешь ты ли, красавица, подарить мне цветочек. Посмотрим. Вот такая. Вернее, вот такие бархатцы Кармен. Так, что еще вам хотела бы показать? Ну, здесь у меня вот на даче Алису уже в конце осени чуть-чуть начал оклемался. А так вот, вы знаете, на этом месте не очень-то ему рослось. Видимо, мучнистая роса ему не давала. Я так предполагаю.
Возле дома вы уже видели у меня предыдущее видео. Алису прям благоухает, красавчик. Очень густо и красиво цветет. Пчелки его там прям оккупировали. Так, вот хризантемка, она у меня такая, это уже старая, еще я в Томск уезжала, бордовая, между калиной там у меня забитая была, я ее рассадила и смотрю, уже бутоны набила. А вот здесь у меня недалеко, сейчас покажу вам. Вот такая мультифлора розового цвета, и вот рядом бордовая. Я ее порассаживала на грядке, вот там, где у меня бахча, ближе к речке. У меня еще, для тех, кто не знает, еще есть участок. Здесь у меня сад, а внизу по ступенькам цветник. И вот когда выходишь отсюда, там у меня тоже мультифлора. Я ее порассаживала, в прошлом году купила у женщины, и она у меня разрослась. Сейчас я покажу вам, кстати. Это мята у меня. Я зашла на участок, который находится у меня ближе к речке. Здесь у меня вот клубнику я порассаживала, тут мармелада. Покажу вам по ходу. Здесь у меня королева Елизавета. Вот вся эта королева Елизавета, да. Когда я уезжала в Томск, у меня был этот сорт, и все по... попропадала, повывелась, короче. Все обновляла, все покупала. Из усов вот такие у меня кустяки выросли. Вот. Вот такие кусты прекрасные. Так что королева тут очень у меня довольна. Ну, тут еще дел у меня и дел, конечно, друзья. Привет, дымок. Привет, привет. Пришел ко мне друг Николай Андреевич, кот. Голубоглазый сиамский кот. Вот моя мультифлора. Вот мультифлора, которую я рассадила. Вот три кустика у меня розовой. И вот дальше у меня бордовая, четыре кустика, молоденькая. Почему-то она уже вот начало октября, еще она не зацвела. Но бутоны есть, так что вы... Друзья, увидите цветение мультифлоры. Дай бог жизни, конечно. Да? Да, мой друг? Ой, как же он трется об меня. Вот тут я дикими камушками обложила. А тут у меня клубничка рядом вот с мультифлорой. Безымяшка. Вот так вот она растет в ряд. Там еще у меня трава. Придется дальше все мне это обрабатывать. Вот здесь я постелила ленту такую, транспортерную. Ой, бабочка какая красивая, оранжевая. Ой, красоточка. Ой, приятно, так приятно, правда. А вон еще белая летает. А вот здесь рядом у меня крупные вот такие вот, тоже бабочка мне полетела. Ой, вот он еще желтенькая прилетела. Бабочка какая красивая. Как же тебя заснять? Сейчас она, опа. Все улетело. Так, ладно. Цветочки продолжают еще меня радовать, но уже они поникли, и все они уже такие. А пчелка или что это такое? Что-то там лазит еще. Так, какое-то насекомое. Ну, на пчелку оса, похоже на осу, да, оса. Какая-то букашечка даже сидит и думает. Вот она. Вот она. Ползает. Здесь я вот скопала земельку. Вот. Пока не знаю, что я здесь посажу, подумаю. Клубника это у меня еще не вся. Клубника не вся. Так, вот это у меня пересорт. Мармелада с королевой Елизаветой. Тоже сюда приткнула, так скажем, вот кусочек. Там дальше у меня клубника, я вам показывала. Сейчас.
И вот здесь у меня высокие грядки, сделанные своими руками, как могла, так и слепила. Так что не судите строго, да и стоит ли, друзья. Не надо лишних слов. Вот это у меня королева плюс мармелада, пересорт. Усы так заплелись, пришлось мне, в общем, вот такое место выделить. Я все подписала, поэтому вот так я накрываю травкой кусты клубники, мульча на зиму. Вот, я еще потом листьями ореховыми укрою. Говорят, зима будет холодная. Вы читали такое? Такую информацию? Ой, не знаю, конечно. Не будем думать об этом, о плохом. Будем просто делать свое дело. И вот здесь у меня Chamora turus, клубничка. Chamora turus. Я ее... Это японская, по-моему, клубника, если я не ошибаюсь. Вот так вот я ее с травкой замульчировала. Она прям довольна. Это еще тоже не вся клубника. Так, здесь у меня чуть-чуть тоже клубнички я рассадила. Там у меня Vita Tarma. Да, Vita Tarma. Так, и сейчас я вам еще покажу клубнику. Буквально рядом. Вот кто пришел меня проведать. Привет. Ты меня завалить хочешь? Облизать? Ах ты мой сладкий, мальчик ты мой сладкий. Уай-уай-уай-уай-уай. Ой. Потягушечки, потягушечки. Мордашка твоя. Массаж хочешь, да? Признавайся, массаж? Ой, скулит, скулит. Просит. Ой. Раздевался. Ай, дружбан, прыгай давай. Опс. Вот. О, куда ты сел? На клубнику. Уйди. Ай. Не ори. Морду убирай. Так, прости, прости. Убери свою морду. А эта клубника у меня Азия. Азия. Тоже из усиков я ее вырастила. Вот, вот такой у нее лаптик хороший. Еще тут трава рядом. Мне придется все это дальше-дальше двигаться. Но я не переживаю. Что успею, то сделаю. Я еще в саду начала трудиться. У меня там полным ходом борьба с порослью сливовой. Сами понимаете, с ней не просто так. Одно дело спилить, а потом еще надо. А потом еще надо. Ой, дымок. Все ко мне бегут. А потом еще надо эту поросль убрать корни, корни от нее. Так что вы меня понимаете, кто восстанавливал свою дачу. Вот так, друзья. Дел хватает. Всего вам доброго. Я и так задержала видео. Простите, пожалуйста. Благодарю вас за то, что вы со мной. Всего доброго. До новых встреч. А с вами была я, Светлана. Пока-пока.